Торгово-развлекательный центр «Рио» с размахом отметил 4-летие со дня открытия. 26 октября в ТРЦ собрались сотни тверичан, чтобы прекрасно провести время и поздравить одно из любимых мест для досуга с праздником. Наша съемочная группа тоже побывала на мероприятии. Как это было, увидите в сюжете далее. Рио уже 4 года работает для тверичан и гостей города. Здесь можно не просто купить все, что необходимо – одежду, обувь, бытовую технику, но и прекрасно провести время, сходить в кинотеатр, вкусно покушать и порадовать детей, отправив их в развлекательную зону. Ну и в праздничный день все гости нашли для себя занятия по душе. Очень готовились к этому празднику, постарались предусмотреть программу таким образом, чтобы было интересно абсолютно всем. Концепция праздника «Rio for you» – «Рио для тебя». И торговый центр был разделен на 4 локации – для детей, для женщин, для мужчин и концертно-развлекательная часть. В центральном атриуме развернулось яркое и зажигательное шоу. Номер магии и иллюзии, техно-скрипка, световое шоу «Let's Go Show», битбокс и горячее выступление шоу-балета «Чили Ча-Ча». Рио и его арендаторы были очень щедры на подарки. Купоны, дисконтные карты, билеты в кино и обед в фудзоне можно было выиграть во время викторины. Счастливыми обладателями призов стали десятки тверичан. Праздник замечательный. В прошлом году тоже было интересно. Ребенку здесь не скучно. Мне так город за продуктами, за некоторыми вещами, за всем. Нам здесь интереснее, получше, чем в других магазинах. В общем, праздник прошел с размахом. Все гости остались под ярким впечатлением. Многие отмечают, как ТРЦ изменился за последнее время. Торговый центр развился, что появилось много арендаторов таких вот, ну, знаковых, как H&M недавно открылось. Впечатления хорошие, очень весело. Мне очень понравился этот праздник. Я первый раз пришла вообще на день рождения Рио. Так атмосферно, много подарков. Современная молодежь очень любит проводить время в Рио. Я безумно люблю этот торговый центр и постоянно забываю. Мне нравится Рио, потому что тут есть кинотеатр, игровые комнаты. Тут очень все празднично, интересно, позитивно. В финале гостей праздника ждал еще один сюрприз – большой торт, который отведали все желающие.